Чтобы держать себя в форме, совсем не обязательно ходить в фитнес-клуб. Достаточно любого двора, где есть турники или хотя бы что-то на них похожее. Вот покачать пресс, подтянуться, сделать растяжку. На свежем воздухе заниматься приятнее, и единомышленников можно найти. За прошлый год число тех, кто постоянно активно занимается физкультурой, в Самаре увеличилось на 3%. В городе к услугам жителей более 70 открытых спортплощадок. Для тех, кому нужна жесткая рука наставника, работают тренеры-общественники. В этом году откроются два физкультурно-оздоровительных комплекса «Орбита» и «Маяк». Чтобы разбудить в жителях спортивный интерес, в городе постоянно проводят праздники здорового образа жизни. Гуляющие по набережной, они вовлекаются, они загораются. Наверное, вот этой идеей занятий с физической культурой. И, соответственно, мы их завтра уже увидим в наших рядах. Поэтому чем больше и чем качественнее мы будем проводить такие мероприятия, тем мы получим более высокий эффект от всего этого. 28 мая в Самаре во второй раз пройдет фестиваль фитнеса. Жители ждут спортивные мастер-классы, занятия йогой на открытом воздухе, соревнования по кроссфиту. Победители и самых активных участников ждут памятные призы. Организаторы обещают, событие будет интересным и для молодежи, и для тех, кому за 60. Будет площадка Mind & Body, где можно будет попробовать йогу, попробовать пилатес, йогу в парах. То есть это занятия условно безопасные, да, которые показаны практически всем категориям занимающихся и любого возраста. Вот. Для них будет вот эта площадка. Ну, кто порезвее, тот может и возле сцены попробовать. Да, совершенно спокойно. Там тоже будут интересные уроки. Еще одно важное спортивное событие – чемпионат России по бодибилдингу и фитнесу. В Самаре соревнования такого масштаба не проводились с 90-х годов. Организаторы ожидают около сотни участников, в том числе из Красноярска, Томска, Северной Осетии. Побороться за звание лучших могут как именитые, так и начинающие спортсмены. Чемпионат состоится 21 мая. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов, «События».